Итак, битва за дешевый аквариум, или сокращенно БЗДА. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале Парк. В этом видео мы приобретем аквариум, дорогие друзья. И, собственно говоря, я уже иду за ним. А пока я за ним иду, предлагаю вам посмотреть сюжет, где и как я его нашел. Честно говоря, до этого момента я и не пытался искать дешевый аквариум, а покупал тот, который мне приходился по вкусу. Однако, эта битва перевернула мое мировоззрение. Конечно, самый невыгодный способ – это покупка аквариума в магазине. Еще один недорогой вариант – это сделать аквариум самому. Именно этот вариант многие из вас мне рекомендовали. Однако в этой битве я клеить не буду по двум причинам. Первая причина заключается в том, что покупка стекол, хорошего силикона, стеклореза, пистолета выйдет далеко не дешево, если мы говорим про маленький аквариум в 30 литров. Вторая причина – это будущий проект. После этой битвы на канале ПАР планируется видео про изготовление и запуск аквариума более 200 литров. Поэтому клеить 30-литровый неинтересно. Вообще, вся эта битва за дешевый аквариум, конечно, больше рассчитана на неопытных аквариумистов. Опытные и так знают, где и на чем можно сэкономить. Мало кто из новичков сразу ринется клеить аквариум. Одним из самых выгодных способов приобрести аквариум на сайтах Авито или Юла. Конечно, это БУ, то есть бывшее в употреблении аквариумы, но будьте осторожны, так как действительно хороших предложений мало и долго такие объявления не висят. Держите руку на пульсе. Вообще, после выпуска первой серии от вас поступило множество полезных рекомендаций, за что я вам премного благодарен. Вот некоторые из них. Александр Снегирев поделился ссылкой на сайт Аквапанорама, на котором действительно приемлемые цены. А Георгий Захаров посоветовал заказать аквариум в стекольной мастерской. Как это сделал он сам. За 120-130 литров он отдал всего лишь 1600 рублей. Однако я решил идти своим путем. Честно скажу, очень долго искал действительно выгодное предложение и нашел. В каждом, даже небольшом городе есть группы, в которые называются «Адам даром» или «Адам куплю-продам» и все в этом духе. В таких группах люди продают разное барахло за копейки, отдают или вовсе меняются. Конечно, предложений аквариума в таких группах мало. В основном там мебель, одежда, техника, животные, но аквариумы или аквариумные рыбки там тоже встречаются. Именно тут я и нашел то, что искал. Вот это объявление. «Адам за шоколадку». Естественно, я сразу связался с человеком и поинтересовался предложением. Вот мы и дома. Давайте распакуем аквариум и посмотрим на него. We'll be right back.
Скажу честно, мне не очень нравятся аквариумные крышки. Особенно такие, которые плавятся постепенно от ламп. Видно, наверное, вот здесь выемка такая рядом с цоколем. Это как раз таки вот из-за лампочки сделано. Как я и обещал, и как мы с вами планировали, в следующем видео мы займемся освещением. Естественно, мы будем делать освещение именно для этого аквариума. Так что не пропустите следующее видео и следите за выпусками на канале ПАР. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!